Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также моей странички в Фейсбуке. Ссылочка на страничку в Фейсбуке в описании. Все монетки, предоставленные в этом видео, можно будет там приобрести. Цена и будет указана. С вас только плюсики, монетка ваша. Итак, начнем наш короткий обзорчик по монеткам. Это у нас израильский 10 агрот, 2008 год. Монетка в таком вот блеске. Вот. Вот здесь написан у нас год по-еврейски, то есть получается по израильскому там календарю у нас 5768 год, по нашему христианскому 2008 год, вот 10 агрот, вот такая вот монетка, такое изображение у нас подсвечник, вот. Прекрасная монетка, гурт у нас гладкий, материал алюминий, бронза. Вот следующая наша монетка, это у нас 50 сентимов, Венесуэла, вот 2009 год. Материал монетки у нас сталь с никелевым покрытием, гурт гладкий, вот таким вот изображением у нас. На аверсе монеты Республика Боливия, Риано де Венесуэла. А где наш... Что-то у нас случилось с нашим. Такая вот прекрасная монетка. Гурт гладкий. Нет, гурт был походу ребристый, да? А, у нас ребристый, гладкими делянками. Так, как на наших 50... На наших украинских копейках. Так, следующая наша монетка. Это у нас Венесуэла. 12,1 сантимов. 2007 год. Такая вот монетка. Прекрасная, интересная. У нее такой вот номинал. Гурт у нас гладкий. Вот, в отличном состоянии. Вот, материалы у нас сталь с неким покрытием. Монетка с обиходная. Следующая наша монетка, это монетка Индии, вот, это у нас 1 рупий, 1992 год, особенность монетки, монетный двор, у нас здесь звезда, значит, это у нас Гайда-Барат, вот, такие вот у нас изображена кукуруза, иероглифы, гурт гладкий, хотя написано ребристый, здесь у нас гладкий, вот. Не знаю, может каталог ошибается, может у меня такой вот. Здесь у нас такие вот изображены трехглавый лев. Такая вот Индия, такая вот прекрасная монетка. Кому нужна в коллекции, ссылочка в описании. Можно будет себе заказать. Следующий у нас 2 рупия, тоже Индия. Без метки монетного двора, то есть значит у нас Калькутта. Монетный дворчик канил, Калькутта. Так, 2 рупия. Гурт у нас такой вот очень такой широкий, ребристый. Вот, здесь Индия и так же само трехглавый лев. Вот такая вот монетка прекрасная. Следующая наша монетка, это у нас Бразилия, 5 центава, 1998 год. Тоже такая вот прекрасная монетка. У нас материал сталь с медным покрытием. Ё-моё, что такое, извиняюсь. Так, 5 сантимов, 98 год, прекрасно видно. Гурт у нас гладкий. Здесь у нас Бразилия написано, надпись Бразиль. Вот такая вот прекрасная монетка. Кому нужно, можете себе заказать коллекцию. Так, следующий наш счет, это у нас 25 сантимов. Сентава 2009 года, Бразилия. Такая вот тоже прекрасная. Гурт у нас ребристый, здесь у нас... Вот бразильский реал, период, обегова монета, сталь с латунным покрытием, ребристый. Такая прекрасная монетка, кому интересно, заказывайте, по ссылочке переходите, Facebook, страничка, там можете себе заказать. 50 центава 2003 года, вот, на гурте у нас написано Ордем Э Прогрессо, Бразиль. Такая вот прекрасная толстая монетка. У нас материал нержавеющая сталь.
Бразиль, такой вот у нас мужик усатый. Вот такая вот прекрасная монетка. Кого нету в коллекции, можете мне заказать. Вот. Следующие монетки, как у меня, как на меня, это тунисские, очень такие интересные монетки с иероглифами. 20 милимов, 1960, по-исламскому 1380 год. Здесь вот изображено погода. Такая вот интересная монетка. Кому нужно, ссылочка в описании. Заходим, заказываем. Стоимость не сильно дорогая. Так, следующая наша монетка. Это у нас 100 милимов. 1960. Гурт гладкий у нас. Материал латунь. Нет, гурт у нас ребристый, я извиняюсь. Вот здесь у нас тоже так же самое 2 года. 1960 и 1380 год. Такая вот прекрасная монетка. Кому надо в коллекции, можете себе заказать. Следующая наша монетка, это у нас обзорчик монетки Аргентины, 25 сантава, 2009 год. Такая вот интересная монетка, гурт у нас ребристый, материал алюминий бронза. Здесь у нас изображен United Libertad, Республика Аргентина. Такая вот у нас монетка, прекрасненькая, кому интересно. С этой же серии монет Аргентины у нас 50 сантава, 2009 год. Вот гурт у нас ребристый, материал алюминий бронза. Вот Либертад, Республика Аргентина. Такая вот прекрасная монетка, кого заинтересовала, ссылочка в описании, можно зайти себе заказать коллекцию в старой моей страничке на Фейсбуке. 25 сантава, 1994 года. Гурт гладкий, ребристый. Вот Республика Аргентина, таким вот изображением красивым дома или ихнего там достопримечательности. Вот медный никель сплав, монетка прекрасненькая, и состояние тоже прекрасное. Следующая наша монетка, это у нас Филиппины, 25 сантимов, 1984 года, с таким изображением бабочки, красивая монетка, горд ребристый. Республика Филиппины, 1984 год, Джоан Луна. Такая вот монетка, уже была у меня, в принципе, на обзоре. Ее забрали, есть еще одна обнаружилась. Так, следующая наша монетка и последняя на сегодня. Это у нас Австралия, 2 цента. Вот, 1960 год. Таким вот изображением. У нас красивые ящерицы. Вот, по-моему, ящерица, крикун, ошибаюсь. Гурт у нас гладкий, материал монетки у нас бронза. Австралия, 1966, Елизавета II. Вот, на этом будем заканчивать наше видео. Кто не подписался, подписываемся. Не забываем по ссылочке заходить в группу Facebook, записываться в мою группу, там выставляются монетки. И не только мои, но можно и свои выставить. Кого что интересует, можете спрашивать. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписаться, поставить лайки. До новых встреч. Всем пока.